лето, есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Здравствуйте, дорогие мои! С вами передача «Лаврские встречи», и я ее ведущий, священник Анатолий Першин. Сегодня на Лаврском мосту я встретил Анастасию Мореву, специалиста по древнерусскому певческому искусству, и выпускница консерватории. Настя, я давно уже интересуюсь знаменным распевом. Уже лет как 20, как начал воцерковляться, меня привлекало именно наше русское исконное пение. Первый раз я услышал его в Антоний-Сийском монастыре от одного монаха, который там постригался. Его зовут Михей Розенько. Сейчас он настоятель Кожеизерского монастыря. Он до этого пел в хоре Гринденко. 11 лет был на послушании и в Оптиной пустыне, и в Троице Сергиевой лавре. И он тогда просто мне открыл знаменный распев. Я-то слушал, что-то слушал, но еще не понимал ничего. И он мне сказал: хочешь, я покажу, что такое знаменный распев настоящий? И мы сели, и он мне начал петь. Вы знаете, я закрыл глаза, и мне такое ощущение, что я вместе с ним улетел в какое-то другое пространство. Я почувствовал молитву. Я тогда стал спрашивать: а что такое знаменный распев? Он говорит: это движение души человеческой во время молитвы, зафиксированное в звуках. Вот как-то так он мне объяснил. Вот, и с тех пор я и стал собирать знаменный распев. Но вот само понятие, как мы уже с вами вот предварительно говорили, само понятие знаменный распев, оно индивидуально, да, для каждого человека, и восприятие его. Однажды я зашел в храм здесь, под Петербургом, в Песочном, там служит отец Игорь Филин, и там знаменным распевом некоторые произведения поют, некоторые антифоны и молитвы. И, вы знаете, у меня было такое ощущение, что во время знаменного пения у человека ощущение времени какое-то совершенно другое. Как будто время останавливается. Мы сейчас все бежим, бежим, что-то хотим успеть. И вдруг попадаешь под влияние как бы знаменного распева, и ты понимаешь, что тебе спешить уже никуда не надо. Ты стоишь перед вечностью. Вот у меня такое ощущение знаменного распева. Расскажите, пожалуйста, вот, ну, ваше представление, ощущение. Да, ну, конечно, об этом можно говорить очень много, вот, но вы совершенно правы в том, что древнерусский распев, ну, как минимум, даже с акустической и физической точки зрения, он замедляет действительно время просто в силу того, что музыкальный период равняется распеву, равняется строке молитвенного текста, молитвословного. И эта строка равна, ну, приблизительно, скажем, от 10 там, до 12, до 14 секунд. На эту тему даже есть исследования современных акустиков. Вот. То есть это тот период дыхания, который действительно свойственен человеку, находящемуся в состоянии покоя, какого-то мыслительного процесса и молитвенного процесса. Так что это со всех точек зрения более соответствует молитве, чем, скажем, музыка, которая поется в церквях, но она ничем по стилю не отличается от Моцарта, Бетховена, Чайковского,
как бы она ни была хороша и красива. Пение, да? Ну, да. То есть музыка, которая пришла в церковь уже поздно, в 18-19 веке. Вот. И действительно, у знаменного, у древнерусского распева были шансы остаться в храмах. Но, потому что очень многие исследователи и был очень большой интерес к этому стилю в начале 20 века. Но революция, к сожалению, помешала. И, так сказать, вот тот стиль церковного пения, который был привит сначала там, немцами, итальянцами, да, ну, вы знаете, на протяжении 19 века, в общем-то, это все прививалось, прививалось. Вот. И этот стиль как бы зафиксировался, ушел в зарубежную церковь и там остался. И остался как бы таким вот, за 100 лет он уже стал эталонным в сознании людей, да. Вот. Но, вот, к счастью, сейчас интерес все-таки к многовековому наследию нашему, да, рукописному наследию, он очень сильно возрастает. Я надеюсь, что это действительно будет распространяться в церквях. Я хочу спеть такой покаянный стих о любви. В основе его лежит текст послания апостола Павла к римлянам, и в нем слово «любовь» заменено церковнославянским словом «любы». Вот. Это не, он не является богослужебным текстом, но отражает полностью стиль и форму любой богослужебной стихиры или тропаря, написанного, распетого в стиле древнерусского знаменного классического, можно сказать, распева. А вы поете по крюкам, да, к этим знакам? Да. Мы в консерватории нас учили делать, расшифровывать и работать с рукописями, с древними. Приблизительно с конца XVI века, ну, совершенно точно со второй половины XVII века эти рукописи поддаются нотолинейной расшифровке. То есть мы можем уже быть уверенными, что мы поем правильно. Правильно, да. Хотя, трудно сказать, насколько мы соблюдаем темп, стиль, дух и так далее, потому что в XVII веке же не было магнитофонов. Итак, стих о любви. Да. Добро боятися, благие люди, сотворшаго небо и землю, и же всего больше сотворил любовное житие, того ради, братие, возлюбим, стяжати любовь ко всем равную. Любы долго терпит, милосердствует, любы не завидит, любы не превозносится, не гордится, ни бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не вменяет злые, не радуется о неправде, радует же вся. О истине вся терпит, всему веру емлет, вся уповает, вся любит, любы николь.
отпадает. Спаси, Господи. А как вот знаменный распев на вашу личную жизнь влияет? Он меня воскрешает, оздоравливает, делает мою жизнь наполненной смыслом. Вот это как правило. Знаете, правило, ведь оно не потому, что правильное, а потому, что оно выправляет. Я так понял, что он не мешает даже творчеству, да? Нет, он, наоборот, он есть само по себе творчество. Но для меня это просто жизнь. Не в возвышенном смысле, что я вот воспринимаю искусство как жизнь, да, а это сама по себе. Это такой процесс, он очень физиологичный, помимо всего прочего, да. Вот, то есть его нельзя петь там как-то в пол жизни, да. Там вы существуете в нем, да? Ну, его надо как-то петь так очень всем организмом. От всей души, от всего помышления. У вас еще одна есть песня «Воинская», хотели спеть сегодня, да? Да. Как? Вот, расскажите. Да. Вот два вот этих стиха знаменных, которые я хочу спеть, я бы хотела сказать о них, что это как раз творчество, можно сказать, что это творчество распевщиков 16-го или даже, может быть, 15-го, потому что они, эти стихи фиксируются в ранних рукописях. Вот. То есть, помимо того, что люди пели в храмах, да, они еще нуждались в том, чтобы петь и вне храма. И вот в монашеской образованной среде вот, возникли вот такие вот, можно сказать, опусы. Да? Вот этот стих о любви, который не поется на службе, но, тем не менее, он находится, такие стихи находятся в подборках, которые называются «Стихи покаянны, слезны, умилительны, чтобы душа пришла к умилению». То есть это состояние, нужное уж как минимум монахам всех времен, правда? И не только. И не только монахам, да. Вот, вот этот стих, который я спела, он озвучил послание апостола. А стих, который я хочу спеть, он имеет тоже очень замечательную, такую трогательную свою предысторию. Он посвящен князю Михаилу Черниговскому и его боярину Федору, которые были замучены в Орде. То есть князь Михаил Черниговский был в своем роде замечательным человеком. Он еще в те самые времена, в начале 13 века, он пытался собрать даже другие страны для того, чтобы бороться с монголо-татарским игом и с Ордой. Но ему это не удалось, он вынужден был вернуться, чтобы избежать кровопролития, поехал в Орду. Там отказался, естественно, от всяких перепрыгиваний через кусты огненные. И, ну, то есть... Да, и был там замучен и убит. И, в сущности, этот стих, он содержит такой призыв, может быть, даже от первого лица, призыв, давайте, вот, цари и князи, соберемся и с радостью умрем за Родину, за наши святыни. Угу. Вот. Тем более это сейчас озвучено, да, 70-летию снятия блокады. Снятие, да? Блокады. И не только. Это созвучно реалиям нашего времени. Потому что в этом стихе речь идет о том, что нам нужно собраться против врагов православия, против безбожных агарян. С агаринами называются потомки агари, да? То есть те, которые не являются не имеют истинной веры, да? Вот, которые являются гонителями христиан. Да? Послушаем. Да. «Придите все собрани множество народа, цари и князи, благовестие
безбожних агарян власть земную і царство дольнє оставим, почимся прийти ко царю вседержителю Христу Богу. Яко в купе постражемо, пособи нам, Господи, Владико, созданию Твоєму, і спаси нас. Спаси, Господи. А у вас есть свое собственное творчество, да? Ну, это не так существенно. Да. Ну, я, естественно, ну, я училась в музыкальном училище. Я пела романсы под фортепиано. Потом освоила 5 аккордов на гитаре, потом еще 6-й, 7-й. И тоже пела романсы под гитару. Потом я стала какие-то свои собственные песенки сочинять. Ну, и со мной это как-то периодически меня накрывает, и раз в 5-летку приблизительно я что-нибудь сочиняю. Вот. А вы сегодня хотели что-то, да, спеть? Из своего, ну, собственного сочинения? Да, я хотела спеть песню «Ангел молчания» на народные стихи, просто чтобы еще раз продемонстрировать живительную и вдохновительную силу знаменного распева. Это такая как бы колыбельная. Перышком белым, тонким, серебряным, ангел молчания по устам проводит. А кто прекословит, а кто пустословит? Ангел молчания того унимает. Ангел молчания, молчания благого, в ризе света тканой, молчания, молчания благого, тишины хозяин, спаси, Бог.
помилуй, где в любовь бронятся, в суе гневы сеют ангел молчанья. Крылья расправляет, а кто лжи клевещет, кто навет и молвит. Ангел молчания того унимает. Ангел молчания, молчания благого. Молчания благого, тишины хозяин, спаси, помилуй. Господи, у вас есть как цикл, вы можете лекции читать, да? Поэтому какая-то методика у вас есть, и методика преподавания, да? Ну, безусловно, уже какая-то выработалась. А в Петербурге да. Как знамя распев здесь? Как не уживаются, что ли, не переживаются? Ну, не случайно же, вот именно в петербургских рукописных фондах именно сюда были свезены огромное количество рукописных книг из Соловецкого, Кирилло-Белозерского и других монастырей, да? То есть именно здесь можно это все брать и петь. То есть здесь потому надо его зарождать. Это же все-таки земля. Петербург существует 300 лет, а знаменный распев, ну, сколько? 900? Я как-то не очень с математикой. Если представить себе, да. Вот, ну, новгородские, псковские земли, где это все процветало, да? Это же, в общем-то, наша земля северная. А можно я песню спою? Может быть, она как-то не вписывается немножко в концепцию сегодняшней передачи «Знамя нараспева». Но она основана на притче. Я думаю, «Знамя нараспев» – это он же духовное, да, песнопение, прежде всего, и приносит пользу душе. Песня, я даже не знаю, как ее еще назвать, она только что написана. И у меня есть возможность здесь исполнять свои песни. Слава Богу. Мерзнут в луже звезды, облака. Я не нужен никому пока. Снится дом и вкусная еда. Только так не будет никогда. Странник в этом сне.
йду по краю бытия. Я забыл все то, что нужно мне. Помню только боль, она моя. Тесен мир, как старое пальто. Лестница в подъезде, тусклый свет. Я иду, зовут меня никто. Просто пригласили на обед. Перекрестки всех дорог слуги отыскали, говоря: брат, ты голоден, устал, продрог, встань, иди на пир царей царя. Песня. Стих покаянный, чтобы душа пришла в умиление. Вы мне разрешите спеть еще «Многолетие»? Да, конечно. Да? Да. Да? Это тоже такое вот старинное «Многолетие» демественного распева. Спаси им, Господи, Господи, на в дому всем, раба своего, Иерея Анатолия, женой чады из дому чадцы. Дай Бог много Господи. Дорогие наши зрители, мы с вами прощаемся. Многое лето всем нам, многое лето Анастасии Моревой, многое лето телеканалу «Союз». Вот, спасибо им за такую возможность, которую нам дают нести наше традиционное искусство, русское, исконное. И Божьей всем помощи, Божьей благословения. До скорых встреч. До свидания.